Всем привет, на канале Саня Механик. Сегодня к нам приехал Nissan Qashqai. Двигатель 1.6 бензин, замена свечей. Свечи здесь не так просто поменять. Здесь надо снимать дроссель, впускной коллектор. Сейчас все покажем, расскажем. Поехали. Уже немножко подразобрали, чтобы видео было немножко быстрее. Снимаем гофру воздушного фильтра. Есть. Откручиваем дроссель. Здесь головочка на 8, 4 болта. Фишку можно с дросселя не снимать. Убираем его в сторону. И здесь у нас болт, который держит коллектор прямо под дросселем. Почему нам надо было снять дроссель, чтобы открутить болт? Также головочка на 8 здесь. С этой стороны коллектор. Головочка на 8. И с торца повыкручивали. Здесь у нас болты, головочка на 10. Их здесь 1, 2, 3, 4, 5 болтов. Открутили 5 болтов. Здесь выкрутили 2 болта под фигурную отвертку. Сняли датчик. И снимаем коллектор. При снятии коллектора обязательно надо будет поменять прокладки впуска. Вот эту резиновую прокладку надо будет обязательно поменять, чтобы не было подсоса воздуха. Вот так вот она выглядит. И как бы теоретически теперь все легко и просто. Откручиваем катушки, головочка на 10, и выкручиваем свечи. Проблема была здесь по четвертому цилиндру. Колпачки просто рассохлись. Свеча жестко шила. Видно по свече, как ее пробивало. Ну и само собой, конечно, свечам тут тоже хана. Под замену свечи. Колпачков резиновых отдельно нет, под замену катушка. Свечи поменяли, одну катушку поменяли, новая прокладка впускного коллектора, прокладки обязательно, конечно, новые, коллектор помыли, машина работает, часики.